Чтобы ускорить проведение массовой вакцинации, городскими властями решено было более активно вести работу с населением по применению новой вакцины от коронавирусной инфекции. Некоторые уссурийцы не были готовы к такому заботливому шагу со стороны властей. А что происходит вообще? Скажите, пожалуйста. Чтобы исключить распространение коронавируса в уссурийском районе, было решено организовать специальные санитарные группы, которые будут работать с населением и выявлять тех, кто по разным причинам до сих пор не обезопасил себя от опасного вируса. Да я сейчас...